Так, давненько не встречал никаких деревень, блин. О, как раз таки деревня, сразу вижу кузницу, неплохо. Сейчас посмотрим, что там у нас есть интересненького. Господи! Ой, привет, я Вижен, я вижу твой ник. Юни, я тоже вижу твой ник, и я знаю, что ты Юни, не притворяйся. Короче, Юни, что с тобой? А, точно. Я нашла топор, который не могу поднять, представляешь? Чё еще за топор? Мьёльнир. В смысле, подожди. Ты нашла Мьёльнир? Да, топор, да. Ты в курсе, что это такое? Это молот Тора, самого Тора, капец, где ты его нашла? Быстрее веди меня туда. Пойдем за мной, тут недалеко, ты правильно шел. Юни, вопрос, подожди, откуда у тебя костюм Вижена? Я его не вижу. Не задавай глупых вопросов. Нет времени вообще тебе ничего объяснять. Погнали сюда. Ладно, хорошо. Мьёльнир. Так, ну, в смысле, ты его не можешь поднять. Оп, берешь и поднимаешь. Я тут стояла 30 дней. Пыталась. Чик-чик-чик, качалась, отжималась, чтобы стать сильнее. Не помогло. Да блин, он довольно-таки легкий, зачарованный топор. Мьёльнир. Острота 5, добыча 3. Нифига себе, неплохо. Так, это... Подожди. Это викинги. Какие викинги? Это же сундук! Тут три яблока! Так, ладно, забираем все это. А это что такое, кстати? Это всего лишь костюм Тора. Что? В смысле? Это... Точно, это же костюм Тора. Можно я его надену? Яблоки, кстати, были мои. А, да, забирай. Там было всего лишь одно, ага. Когда я успела все съесть? Конечно, успела, да. Ну, раз ты его взял, этот молот Тора, то надевай костюм Тора. Ты достоин его. Блин, спасибо. Опа! Блин, давай посмотрим, как он на мне выглядит. Нифига, блин, я очень быстро бегаю. Ты что такой быстрый? Я не знаю, блин, посмотри, это очень круто выглядит. Слушай, это самое Тора, это все, конечно, хорошо, но самое важное что? Правильно, пшеница. А я думала, кролики. Не, пшеница. Блин, как теперь быстро могу ее добывать? Что? Я не хотел, блин, по-моему, этот костюм добавляет огромное количество силы. Ты посмотри, как будто в креативе все ломаю. Даже дерь? А подожди, а ну-ка прорвайся вниз. Вниз? Ну-ка, давай попробуем, смогу ли я? Да, смотри, я его очень быстро копаю, как будто, наверное, алмазный геркулин эффективно. Где-то 2. Блин, прикольно, это реально очень-очень топово. Так, смотри, у меня появились какие-то способности, которые я должен сейчас опробовать. Слушай, я не знаю, почему ты не смогла поднять этот топор. Вернее, молот, конечно же. Вернее, мотыгу. Да, мотыгу. Короче, давайте проверим, что я могу. Но перед началом ты говорила, что там что-то очень важное. И, в общем, откуда у тебя этот костюм? Не важно, главное, что меня преследует Танос из-за моей башки. Что? Видишь камень в моем лбу? Вижу. Подожди, это же камень бесконечности. По-моему, это называется камень разума, если я не ошибаюсь. И точно, Танос же охотится за камнями. Юня, нам срочно надо тебя спасти. Ты видела его? Да, он очень большой и страшный. Блин, Юни, что нам теперь делать? Раз ты нашел костюм Тора, будешь меня спасать. Обучайся и будем потом битву делать. Ага. Окей, ладно, будем делать битву. Так, смотрите, я нажимаю правой кнопкой мыши по этому молоту, окей, этому топору и... Нифига себе, вы посмотрите, я призвал грозу. Ты не делал? По ходу дела, да, я же Тор, я могу управлять молнией. Ребята, точно, я же могу управлять молнией, это супер классно. Давайте попробуем что-нибудь сделать, например, вот так вот. Опа. Что это? Я не знаю, что это было. А давай еще раз на свинке. Давай. Так, попробуем. Прости, свинка, но это твоя судьба. На тебе. Ты устал, подожди, отдохни. Инсульт. Так, ладно, попробуем другую способность, например, вот эту. На! Ой! Что? Свинозомби? Я не знал, что это так работает, серьезно. Убей его, пожалуйста, убери. Хотя, в принципе, я, наверное, сам с ним смогу справиться. На тебе. Я убью его своей мужественностью. Юни, что это на тебя такое? Я фанатка Доктора Стрэнджа от его борода. Подожди, ты с ним встречалась? Да, пока тебя дождешься, пока ты там нам встречу организуешь. Я уже сама с ним встретилась ночью, пока он спал и состригла его бороду и волосы. Надеюсь, он об этом не узнает, хотя, скорее всего, узнает. И, короче, ребят, давайте так, если этот ролик наберет 10 546 лайков, тогда я сниму ролик о том, как познакомлюсь с Доктором Стрэнджем и сопру его костюм, надеюсь. И, конечно же, научусь магии, поэтому 10 тысяч лайков, и мы все делаем. Ну, а пока что... О, яблоко выпало. Интересно, откуда оно? Это мое! Неважно. И давайте попробую правую кнопку мыши опять нажать. Опа! Так, вроде ничего не происходит, хотя... О, прекратился. Нормально, ты теперь
теперь погоду умеешь управлять. Блин, это реально классно. Так, давайте посмотрим, что я еще могу. Например, вот это вот. Опа! Ой, я все взорвал. Прости, свинка. Ты знала то, что если в свинью ударить молнией, то она станет свинозомби. Лично я вообще нет. Да. А ты знал, что если ударить молнией жителя, то он станет ведьмой? Так это любой дурак знает, Юни, это самое. Ну, про свинозомби вообще-то тоже любой дурак знает. Неважно, короче, что у меня еще за способность есть? Могу ли я летать? Интересно. Давайте проверим вот это вот, что такое. На! Так это много-много молний. Что? Тут какая-то дырка! В смысле, подожди, покажи-ка. Блин, как неудобно теперь пшеницу добывать. Так, что ты мне там хотела показать? Вон, дырень какая-то. Да блин, Юни, это просто обы... А, стоп, что? Подожди. Что это такое? Интересно. Да, реально, это там дырень. Ставь лайк. И что это значит? Что там написано? Ставь лайк? Да. Ну, поставь. Я не могу это сделать, но зато это могут сделать мои подписчики, ребята. Если вам хотя бы чуть-чуть поднимают настроение эти ролики, то, пожалуйста, поставьте лайк. Ой, блин, какой я смешной. А вот это тебя не веселит. Ой, не пугай меня так, блин, я чуть сейчас не обделался. В общем-то, ладно, Юни. Я тебя понял. Ударь молнии в жителя. О, кстати, давай протестируем, так сказать, эту способность. Опа. И, по-моему, что-то как-то не особо сработало. Паук, отвали от меня. Ты пукал. Ты наэлектризованная была. Подожди, Юня, какие у тебя есть способности? Ну-ка, дай себе еще раз молнии фигакну. На тебе. Нифига себе, блин, прикольно. Я не знаю, какие у меня способности какие-то. Я могу летать. А, всего лишь летать. Не падай. Блин, жалко, я не могу летать. О, нифига себе. Юня, посмотри. Я все еще лечу. Посмотри, какие у меня мечи есть. Тестируй. Поскольку ты вижен, я предлагаю тебе устроить небольшую такую дуэль и посмотреть на мои способности в полной мере. А я спрячусь. Что? Как ты это сделал? А, ну да, Вижен же может ходить через стены, точно. Алмазы? Это читерство, я считаю. А как выключить? Я могу выключить. А все, ты призрак теперь. Призрак прошлого, мы тебя, это самое, помянем. Давай сразимся, Тор. А, ну ладно, как ты хочешь, правда я летать не могу. Ну давай, иди сюда. Ты не рассказывала, что у тебя есть такие способности. Ну ладно, достань меч. Сейчас у тебя попа подгорит. Так, ну иди сюда, на тебе. Ой, я как крипер взорвался. Блин, я вообще не знаю, какие у меня способности и как ими пользоваться. Ага, давай, встань. Не сюда, Юни, давай. А, вот. На меня Эндермен загрелся. На тебе. Понятно. Ты мне ничего не наносишь. Кстати, ты мне тоже. Может быть, у нас с тобой равные силы? А ну-ка. Да, ты мне вообще ничего не наносишь. А вот так, если рукой я тебе буду фигачить. Не рукой. Зато с этой маской я становлюсь. Ой. Вы этого не видели, ничего не было, я побежал. Хана тебе, я теперь сейчас все надену. Ладно, давай сразу. Юни, что это такое, ты слышишь? Это Танос! Он пришел за мной. Бежим, убегаем. Быстрее. В деревню. Блин, откуда он идет? Я слышу его топот. Это что? Я слышу его как будто бы везде. Как больно моим ушам. Блин, Юни, мне тоже на самом деле стрёмно. Я предлагаю забраться вон в тот бункер, где написано «Поставим лайк». Подожди, только где он? Вот он. Давай, эти звуки все громче и громче. Нам надо срочно... Так, надо забаррикадироваться. Тут довольно темно. У тебя есть фонарик или что-то типа того? Или хотя бы факел? А, так ты что, ничего не видишь? Не-а. А я вижу, ведь я вижен. Подам-ц. По-моему, его шаги действительно стихли. Да, давай посмотрим, что там у нас наверху. Надеюсь, там ничего такого. А что это? Что с деревней? Господи, я не знаю. Тут куча зомби. Что это? Юни, иди сюда. Тут какой-то гигантский череп. Боже, я еще первый раз такой вижу. Записка, тут записка какая-то. Надо почитать ее, но меня фигачит так. Надо использовать силу Тора. Как хорошо, что я летать умею. Я могу взлететь и ничего не бояться. Так, я могу их фигачить током сейчас. Это довольно-таки хорошо. Вернее, не током, а молнией. Так, надо взять свои вот эти вот крутые мечи, просто их разносить. Так, надо срочно прочитать эту записку. Юни, ты мне пока что прикрой, а я посмотрю, что тут написано. Я знаю, что вы где-то здесь. Я найду тебя и заберу свой камень бесконечности. Юни, по-моему, тебе капец. Ну ладно, я думаю, ничего страшного, мы с ним справимся 100%. Нам надо сейчас главное зачистить деревню, потому что он призвал сюда огромную армию своих зомби. Представляешь, это всего лишь какая-то малая часть. А сколько же у него еще там этих зомби в запасе? Это какой-то капец на самом деле. Так, Юни, мы практически с ними справились. Ой, в колодце, как их много. Что происходит? Я не знаю, это реально какой-то капец. Они а у них танцы. Подожди, тут жители, они по ходу дела все умерли или что-то типа того. Чё ж ты меня фигачишь? На тебе, получай. А, кто это? Что, где? Я бегу к тебе. Танос, иди сюда, я тебе сейчас зафигачу. Вот он, тут белый какой-то. В смысле, я не вижу ничего. О, это кто? Это, по-моему, приспешники Таноса. Он мне пустил кровь. Я его не могу убить с первого удара, нифига себе. Он какой-то очень сильный. Это реально какой-то капец, блин, происходит. Блин, Юни, что ты делаешь? Он и так уже мертвый. Да я подсвечиваю для красоты. А ты знаешь еще, кто это такой? Блин, это я в него в пасти, мне тут не очень комфортно. Ага. Похоже на крокодила.
крокодила или типа того? Это какой-то инопланетный крокодил, потому что Танос, как мы все знаем, с какой-то другой планеты, которая называется, как я помню, Титан. На самом деле, мне очень страшно, что меня может убить Танос и просто забрать мой камень и все. Блин, это на самом деле реально фигово. Ребят, напишите в комментариях, пожалуйста, что нам делать, чтобы с Юни все было хорошо, куда ее спрятать или, может быть, куда-нибудь ее отвезти, чтобы он точно ее там не достал, потому что, ну, это реально какой-то капец. Я не хочу, чтобы с Юни что-то случилось, а во-вторых, я не хочу, чтобы Танос забрал камень бесконечности, поскольку если он его заберет, останется ему всего ничего, и он сможет щелкнуть своей перчаткой, и тогда половина мира исчезнет, как мы все прекрасно знаем. Ты кто? Может нам спрятаться у Железного Человека? Это хорошая идея, только он живет очень и очень далеко. Но я думаю, мы с тобой это обязательно сделаем. А я, кстати, могу, знаешь что? Ну-ка. У меня телескоп в глазах, я могу приближать. У меня твоя морда на весь экран. Юни, так все могут делать. Кстати, я не пускал в ход свой Мьёльнир, возможно, с ним я смогу тебе больше урона нанести. Ну-ка, давай попробуем. А ну, давай. Раз, два, три. Опа! Что? Нифига себе, ребят! Мьёльнир просто фигачит всех с первого удара. Блин, почему я его не смогла подобрать? Я не знаю, ну, видимо, ты недостойна, как говорится. Если вы знаете, что происходит с Крипером, когда его бьешь молнией, то напишите об этом в комментариях, потому что... А, что? Юни, на меня напали! Юни, на меня напали вампиры! Или кто это? Я не знаю, что это! Если бы мы ждали, что это, но мы не знаем, что это. Так, помоги мне! Блин, он, видимо, знает, что мы тут! Это очень и очень фигово, нам надо смываться. И тут еще и скелеты, зомби! Юни, по-моему, на нас насылают все больше и больше волн различных существ. Нам надо сейчас с ними справиться, а потом, я думаю, мы сможем убежать отсюда, потому что он действительно знает, где мы находимся. Блин, глупые вампиры. Юни, спаси меня! Я пытаюсь, я стреляю в них! Короче, наступает утро, и, по-моему, мы со всеми справились, и... Юни, ты слышишь это? Бежим отсюда! Опять эти шаги! Бежим, бежим! Отправься, я бегу! По-моему, именно в той стране находится лаборатория Тони Старка, и нам надо как можно скорее туда добраться. Юни, побежали! Юни, ты где? Господи, топот приближается, что мне делать?